Всем привет! Меня зовут Людмила, и вы на канале о вязании. Сегодня я вам покажу, как я вяжу украшения к своим изделиям в виде листика. Я вяжу разные листики, но сегодня мы с вами будем вязать именно такую модельку. Листик двухсторонний. Вяжется из столбиков без накида и пико. За счет того, что мы будем вязать за заднюю стенку, у нас получаются такие прожилки. Я связала 3 образца. Они все связаны по одной схемке, но, как вы заметили, разные формы. Форма листика зависит от набранных количества петель и от количества рядов. Давайте с вами сейчас будем вязать, и я по ходу вязания буду объяснять. Набираем 12 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Дальше мы вяжем в каждую петлю столбики без накида. Последняя осталась петля. Мы в нее провяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Дальше вяжем в обратном направлении в каждую петлю столбики без накида и ввязывая кончик. Не довязывая 3 петли, вот это у нас макушечка уже листика, мы сейчас будем вязать 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Развернулись. И с этого момента будем вязать весь листик за заднюю стенку. Вот за эти вот петельки задние. То есть, где мы сейчас у основания найдем основание, где мы набирали 5 воздушных петель, с этого места мы будем вязать в каждую петлю столбики без накида. Так, вот здесь у нас в одной петле мы провязывали 3 столбика без накида, поэтому мы сейчас будем закруглять край, чтобы он не стягивал, добавляя столбики. То есть было 3, и мы еще в каждый провяжем по 2 за заднюю стенку. Раз, два. Еще 2 в одну петлю. И еще. Далее продолжаем вязать в каждую петлю по одному столбику без накида.
Опять дошли, не довязывая 3 петли, мы с вами провязываем 5 воздушных петель. Разворачиваемся и опять с первой петли за заднюю стенку вяжем столбики без накида. Сейчас мы опять продолжаем увеличивать, но делаем прибавки уже через 2 петли. Делаем 5 воздушных петель, разворачиваемся и повторяем. Ну и так далее. В общем, если вы хотите вязать листик длинный, но узкий, как вот на этом образце, то вам нужно будет набирать больше воздушных петель и провязывать меньше рядов. А если вы хотите вот такой вот листик толстенький, то вам нужно будет вязать, еще увеличивать ряды. И еще хотела сказать по поводу вот этих вот кончиков. Если вы хотите, чтобы они чаще вывязывались, поближе друг к другу, вы просто тогда провязываете еще ближе, и у вас они будут немножко другой формы смотреться. Ну, если вам что-то непонятно, вы в комментариях задавайте вопросы, я на все отвечу. Вот, если вам понравился мой листик, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. А я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч!